Доброе утро, воскресное, дорогие друзья. Мне сегодня не спится, пока мои мальчишки дрыхнут. Я уже умудрилась смотаться в 9-й округ и везу сокровища. Мне его привезли аж из Лиона. Вот, и я даже не могу дождаться. Ну ладно, покажу краешек. Это мой любимый Royal Limoges. Мануфактура, старинная мануфактура, и тут огромный сервиз столовый. Ну тут, в принципе, тарелки, но 22 вот такие огромные тарелки в идеальном состоянии, еще 4 десертных. То есть сегодня у меня джекпот. Я вылавливаю каждую штучку по разным сайтам, а тут вдруг выставили. Молодая семья, молодые ребята. То есть явно это наследство от каких-то бабушек, дедушек. И они просто не понимают ценности вообще, что им попало в руки. Они за относительно небольшие деньги выставили этот лот. Я еще подумала, поторгуюсь. И они еще и скинули. Вот. Потом так получилось, что они говорят: ой, а мы в Лионе находимся. То есть не получится доставить. Даже если и упаковать посылку в доставку, то есть шанс, что такой большой лот просто не доедет до пункта назначения. Я очень расстроилась. Вот. Но потом она говорит: а мы можем на машине привезти. Только вам придется забрать у нас в Париже. Ну и вот я сегодня, воскресенье, вот, встала пораньше и поехала на метро через весь Париж в 9-й округ. У нас хоть, конечно, наш округ 16-й тоже великолепен и прочее, прочее. Я восхищаюсь, хожу, подняв голову. Но сегодня мне встретилось одно здание, от которого я нахожусь до сих пор под впечатлением. И оно меня очень вдохновляет. И я даже не знаю. Счастья нет предела. В общем, несмотря на дождик и сырую погоду, сегодня много очень хороших и приятных событий произошло. Во-первых, я отхватила чудесный сервиз мечты в огромном количестве. То есть мне теперь на всю жизнь хватит посуды. Больше я тарелки, наверное, не покупаю. Хотя соблазн велик, потому что иногда выставляют вот так вот лоты просто удивительной красоты. И невозможно удержаться. Так, ну а я почти уже добралась до дома. Сейчас помою свою покупку, вытру и сниму вам видео распаковочки. Вот. Такие сегодня планы. Всем замечательного воскресенья. Привет, привет, дорогие друзья. Ну вот, показываю свою добычу. Вот такие 21 большая тарелка и 4 десертных. Это просто неслыханная удача. Покажу на свет. Так, я помыла, они еще мокрые, сейчас буду вытирать. Вот такая красота неописуемая. Вот она, старинная мануфактура Лимож, королевская мануфактура. И тарелки уже покатались по Парижу, по Лиону, где они только не были. Это клеймо ставилось до 65-го года, вот с какого я не помню. Вчера смотрела, но забыла уже. То есть не позже 65-го года она изготовлена, эта тарелочка. И таких у меня теперь 21, плюс 4 десертных. И покажу еще другие свои находки. Тоже 4 десертных, но с другим орнаментом. И вот такие вот подставочки на ножках. В общем, очень я люблю эту мануфактуру. И, наверное, продолжу ее собирать. Потому что, ну, восстановиться уже невозможно. И у меня уже разные дизайны. Надо собирать каждый сервиз до полного. Вот. Дело осталось за тем, чтобы прикупить сервант и выставить все красиво в этот сервант.
Ну, это уже потихонечку, не все сразу. Но пока что любуюсь и радуюсь тому, что такая удача и повезло, что выставили такой лот. Вот. Спасибо большое за просмотр. Всем прекрасного воскресенья!